На этой неделе готовим завтраки, в состав которых входит шпинат. Сегодня мы возьмем 80 граммов пшеничных отрубей, 8 столовых ложек творога, 4 куриных яйца, 100 граммов свежего шпината, щепотку разрыхлителя, соль, греческий йогурт для подачи. Из этих продуктов приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Моем шпинат и даем ему обсохнуть, а затем мелко нарезаем. Шпинат помогает снизить вес, так как содержит мало калорий. При этом он очень питателен. В шпинате богатый запас жирорастворимых пищевых волокон. Вилкой взбиваем 4 яйца, самим по вкусу добавляем 80 граммов пшеничных отрубей. Отруби снижают уровень холестерина в крови, чем способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Добавляем в яичную смесь творог, шпинат и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем. Обжариваем на растительном или топленом масле. Если сковорода антипригарная, можно жарить без масла. Подаем оладьи с греческим йогуртом. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.